Всем привет! Сегодня мы открываем такую коробочку с киндерами. Здесь у нас три киндера. Барби. И другие игрушки. Вот такие вот они у нас. Вот такая вот коробочка. Одна игрушка из коллекции. Вот. Давай теперь посмотрим, что у нас попалось. Давай, смотри, какая у нас там игрушечка попалась. Самокат. Ух ты, самокат. У нас, по-моему, уже был самокат. Да, синенький. Теперь зелёно-жёлтый самокат. Какие у меня есть. Самокат. Голубой. Еще велосипеды бывают даже. Пальчиковый самокат. Велосипед еще не попадался, к сожалению. Пальчиковый самокат. Ух ты, классный самокат. Вот еще наклейки. Давай приклеиваем наклейки. Молодец. Вот такой у нас классный самокат. Сюда пальчики вставляются. И пальчик катается так. Да. А, так надо. Бип-бип. Ступите дорогу. Давай теперь смотрим, какая вторая игрушка. Еще один самокат. О, опять самокат. Самокат это что? Че, три самоката будет? Может, теперь тогда велосипед попадется третий. Два зеленых главных самоката. И че он тут? Что-то у меня такое ощущение, что и третий тоже самокат. Это уже неинтересно. Надеюсь, уж третий не самокат будет. Одна игрушка из коллекции написана. Что, неужели? У нас парк самокатов. Лена уже знает, как собирать самокаты. У нас парк самокатов. Вот теперь у нас второй самокат. Давай теперь посмотрим, что третий у нас там. Может быть, уж Барби попадет? У меня уже и два синих есть. Самокат. Вот. Ура! Ура, Барби попалась. У нас уже одна Барби. Наконец. У нас уже одна Барби есть. Теперь пусть Барби на самокате катается. Не слишком тоненькая. Это что такое, рюкзак что ли? Как-то называется. На спину.
будет на руку. Сейчас можно развести вот это. Обвести рисунки. Вот так еще рисовать можно. И наклейки вот есть. Куда хочешь приклеить. Да, так интересно, наклейки. И сама Барби тут есть. И тут можно очки наклеить. Всё, а, тут их, конечно, вообще много Барби. У нас тут такая есть. Теперь и такая будет. И у нас пока только еще две. Да, такая и такая. И два самоката для две Барби. Все, собралась? Дальше убежать, что надо. Вот такая у нас стильная Барби. Четвертая. Красивая. Да. Сейчас я наклею. С рюкзачком еще таким большим. Школа ходит. В институт. Рюкзачок. Да, вот Барби наклеил. Нет, там же у него сюда вот на кофточку. Это можно куда хочешь. Надпись Барби. Все, приклеим на кофточку. Вот девочка. Кофточка со звездочкой. Рюкзачек. Еще у нас. Вот и получилось у нас сегодня такая коллекция. Два самоката и одна Барби. Рюкзачком. Да, вот. Такие вот у нас попались игрушки. Можем так сюрпризы. Можно вот так ее с подставочки снять и вот так. Поехали. И будет она кататься. Самокат чуть большой для нее. Да. Это она тоненькая. С рюкзачком. Так, вот. Самокатик повесим. Ой. Поехали. И поехала она. Самокаты. У нас осталось еще две. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!